Чуть больше 100 дней остается до открытия зимней Олимпиады в Сочи. К событию мирового масштаба тщательно готовятся строители, организаторы, волонтеры, спортсмены и даже музыканты. Уже известно, что откроет большой спортивный праздник Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета. В составе оркестра выступит и наша землячка, ученица Чебоксарской детской музыкальной школы номер 2, юная скрипачка Полина Маркова. Каждый день 11-летняя Полина Маркова после гимназии берет футляр со скрипочкой, смычком, канифолью, нотами и самостоятельно отправляется на занятия в другой район города, в музыкальную школу. Здравствуйте. Здравствуйте. Полина, быстро собираемся, раздеваемся и пошли в зал. Скорее раздевайся. Музыкой Полина начала интересоваться рано. И это совсем не удивительно. Мама девочки в свое время также училась играть на скрипке в Чебоксарской музыкальной школе номер 2 у того же самого педагога Натальи Серегиной. В первый раз Полина пришла на занятия, когда ей не было даже 5 лет. Ей тогда едва подобрали инструмент по размеру. Ну вот она пришла, ну попели, похлопали, да что, не давайте со скрипкой. Малюсенькую скрипочку ее дала, начали вот заниматься, потихоньку, полегоньку, ну вот так и пошло, пошло, все, занимаемся. Сейчас та самая скрипочка стала украшением школьного музея. Висит на стене среди многочисленных кубков, медалей и грамот, завоеванных на самых разных конкурсах. Полина в составе ансамбля «Калейдоскоп» объездила множество городов. В прошлом году ребята выступали в Пензе. Как раз в это время в городе проходил большой фестиваль «Башмет собирает друзей», в котором Полина и приняла участие. Там она прошла отборочный тур. Вдруг, значит, нам присылают уже письмо, что она вошла во второй состав, основной состав. Вот, прислали ноты сейчас. Вот мы упорно все это учим, потому что нот очень много. 11 лет ей. Она самая младшая в оркестре. Там будут студенты из училища, из консерватории. В оркестре нет случайных людей. Все дети прошли серьезный отбор. Всего в отборочном туре приняли участие более 500 учащихся детских музыкальных школ и училищ в возрасте от 9 до 21 года со всей России. Юные музыканты уже выступили с дебютным концертом в Сочи. Полина впервые выступала под управлением прославленного Юрия Башмета. Он играет с хорошим звуком, он играет с душой, с чувством, ему нравится музыка, он играет душой. В ближайшее время Полина Маркова продолжит плотное общение с маэстро. Ей предстоит много заниматься, репетировать, а в конце октября состоится концерт в Большом зале консерватории и гастрольный тур по российским городам. А в феврале 2014 года скрипачку из Чебоксар можно будет увидеть в составе Всероссийского юношеского симфонического оркестра на открытии Сочинской Олимпиады. Галина Титарчук, Николай Яковлев, «Республика».